О главных событиях к этому часу. ДНР и ЛНР не будут проводить выборы по несогласованным с Донбассом законам Украины. Госдума России наделила статусом ветерана всех участников операции в Сирии. В Марселе подрались украинские и польские футбольные фанаты. Принятие Украиной несогласованного с Донбассом закона о местных выборах станет нарушением Минска-2 и не будет иметь законной силы на территориях ДНР и ЛНР. Об этом в специальном обращении к лидерам Франции и Германии Франсуа Олланду и Ангеле Меркель заявили полпреды республик Денис Пушилин и Владислав Денега. Они напомнили, что в очередной раз депутаты Верховной Рады Украины заговорили о возможности принятия некоего закона о выборах, даже называется конкретная дата 14 июля 2016 года. Украина, выдавая желаемое за действительное, хочет преподнести этот закон как выполнение отдельных пунктов комплекса мер, добавили донецкие и луганские политики. Пушилин и Денега указали, что в комплексе мер четко прописано согласование всех нормативно-правовых актов с представителями ДНР и ЛНР. За полтора года мы представили массу вариантов проектов конституционных изменений и законопроекта о выборах, но реакции от украинской стороны как не было, так и нет. Только согласование всех позиций представителями народных республик, только полное и обоюдное выполнение всех пунктов Минских соглашений сможет привести к миру на Донбассе и Украине. Подчеркивается в обращении к лидерам Франции и Германии, которые наряду с Россией являются гарантами выполнения Минских соглашений. Накануне Госдума России приняла закон, наделяющий участников спецоперации по борьбе с терроризмом в Сирии статусом ветерана. Отмечается, что статус могут получить не только военнослужащие, но и гражданские участники операции. На них будут распространяться все меры социальной поддержки, прописанные в законе о ветеранах. Среди них право на получение путевок в санатории, ежегодный отпуск в удобное для них время, преимущества при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения и прочее. По действии принятого закона попадут около 25 тысяч россиян, которые были направлены для выполнения специальных задач в Сирию с 30 сентября 2015 года и отработали установленный при направлении срок или были откомандированы досрочно по уважительным причинам. Во французском Марселе продолжаются столкновения между футбольными болельщиками из разных стран. Вечером во вторник 21 июня подрались фанаты из Украины и Польши. Потасовка началась спонтанно в районе Старого Порта, где полторы недели назад бесчинствовали англичане. В ситуацию быстро вмешались сотрудники местной полиции, которые с помощью водометов и слезоточивого газа разогнали дерущихся, задержав при этом несколько человек. Напомним, что матч между сборными Украины и Польши прошел накануне и завершился победой польской команды с минимальным счетом 1-0.